Школа в Новой Самаре готова уже на 65%. Образовательное учреждение рассчитано на 1200 учащихся. Все они будут получать знания в одну смену. Учебное заведение возводят по национальному проекту «Жилье и городская среда». В трехэтажном здании обустроят актовый зал на 600 человек, столовую, спортивный зал с душевыми. Сейчас основной вид работы – отделка фасада и интерьера. Также началось благоустройство пришкольной территории. Уже заключили договор на приобретение технологического оборудования и мебели. Осмотрел строительный объект депутат Государственной Думы Виктор Казаков. Это замечательная школа, оснащенная современным оборудованием, спортивным залом, актовым залом. И учиться там детям будет очень комфортно, легко и эффективно с точки зрения получения знаний. Еще одно учреждение, которое появится в поселке Мехзавод – детская поликлиника. Она будет отвечать всем современным требованиям. Здесь появится первый в Красноглинском районе детский дневной стационар восстановительного лечения. Штат специалистов уже укомплектован. К моменту открытия поликлиники, кроме участковых педиатров, будут работать и все узкие специалисты. Например, гинеколог, лор и стоматолог. На сегодняшний день у нас 7 педиатрических участков. При полном заселении Новой Самары мы посчитали, что ориентировочно у нас будет 13 педиатрических участков. То есть вот всех детки будут обслуживаться здесь. Здесь очень удобное расположение, близко и оттуда, и отсюда. Строительные работы на обоих объектах планируют завершить до конца этого года. Мария Илчан, Николай Сидоров. События.